Дорогие друзья, это второй влог в Берлине. Мы находимся в замечательном месте под названием The Mall of Berlin. Не знаю, как называется, но приехал я сюда исключительно из-за той Зараса. Ну и тут вообще очень-очень красиво, как вы можете видеть. Смотрите, как тут офигенно. Очень интересно все тут сделано, такой дизайн. Ну да ладно, мы не за этим сюда пришли. Мы пришли за скидками. Но на самом деле мы не за скидками пришли. Тут мы сразу можем видеть Ниндзяго. Ниндзяго мы можем видеть по 9 евро. Аналогичное касается и Star Wars. Да, ребята, вот это круто. Здесь у нас скидки. И это лучше, чем Lego Store, потому что тут у нас все со скидками. Сейчас посмотрим. Тут техник, тут у нас Star Wars. О, боже мой, какой стрёмный инквизитор. Посмотрите на него, он ужасен. Есть даже этот дроид из нового фильма. И, господи, посмотрите на этот став по Звездным Войнам. О, боже мой. Ладно, давайте посмотрим, что у них тут есть. Интересного экшен-фигурки. Там вот есть. Стоит дофига, поэтому они мне не нужны. Есть Blade Builders, видимо, новая серия. Никакая, честно говоря. Бластеры нерфовские. Это у нас Rebels'ы. Dark Stormtrooper'ы. Экшен-фигурки есть по Rogue One. Были бы Original Trilogy, я бы взял. Меч Кайло Рена. Nerf Force Awakens. Потом световые мечи. Рей. Старкиллер Бейс. Это меч Энакина Скайуокера. Что вы мне рассказываете? Точнее, Люка Скайуокера, но вообще же он был Энакина. И каким образом он тут оказался? И он же потерялся в четвертом эпизоде. Точнее, в пятом. Я не знаю, как так вообще возможно. Ну, вы можете видеть разные тут экшн-фигурки, паки. Кстати, паки прикольные. Ну, а давай за них 40 евро. Что-то как-то ни рука не поднимается. Так, ну тут масочки. AT-AT. И еще масочки. Так, идем. Тут разные ерундовина. Быстро пробегаем. Видим Playmobil и Megablocks. Видим Halo. У нас по Halo есть такие наборчики. Опа, нафиньки, смотрим. Так, ну это какая-то фигня, по-моему. И это все, что есть по Halo, вы серьезно? Playmobil, дофига Playmobil, он нам не интересен, и мы видим Lego. Ей, вот это интересно, смотрим, что есть. Ух, Lego тут много, на самом деле, может быть, даже что-то редкое найдем. 89, 99, скидочки, наборчики, чима, архитектуры. Так... Все у нас тут так запаковано. Видим наборы по Star Wars. Пока что ничего редкого не вижу. Вижу Некс Рыцарей. Тут я вижу Racers. Creator. Может быть, даже возьмем Creator. Мне он нравится. Посмотрим. Так, ну и что, все что ли? Серьезно, ребят? А, нет, ну еще Super Heroes есть. По ним тут ничего особенно интересного я не вижу. Бэтлпаки давайте посмотрим. Это не бэтлпаки, это Super Heroes. И Сити. Хм, ну да ладно. Так, мне бы найти трансформер. Так, тут у нас Buildable Figures. Ну и так-то ничего вроде бы интересного нету. Что странно. Ладно, давайте я найду трансформеров и посмотрим, может там что-то есть. Так, чуваки, я, наверное, пришел в правильное место, но тут пока всякая фигня, вот Hot Wheels всякие. Это нам неинтересно, тут у нас еще машинки. Ну, тут должны быть трансформеры, по идее, да? Ребят, ну, вроде бы видно трансформеров, я не знаю. Да, тут есть трансформеры, но... Я бы не назвал это крутыми трансформерами. Так, ну, мы ищем Soundwave, не так ли? Мы видим, кто это... Хотспот, два хотспота, а Саундвейва я не вижу. Что странно. Так, тут какие-то вот Star Wars рекламки. Вообще Саундвейва никакого не вижу. Блин, это меня печалит. Так, тут Titans Return, это все хорошо. Маленькие все эти фигурки. Блин, серьезно?
Если тут не будет Soundwave, это очень-очень плохо. О, вы серьезно? О боже, посмотрите на это. Так, ладно. Ух ты ж, ё-моё. Огромная статуя Вейдера. Просто эпичнейшая. Давайте я вот так сниму. Офигенный Вейдер. Так, ладно, мы пришли за Soundwave, но его, черт возьми, нету. Вы серьезно? Как так-то, а? Может, они его спрятали, чтобы никто не взял? А тут приходит Доминат и забирает Soundwave. Нет. 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 Нет, нет. Не вижу я Soundwave, народ. Есть какой-то такой хрен. Но мне нафиг не нужен. Пусть он горит в аду. Так, ладно. В общем, есть костюмы всякие. Ну, блин, зачем они мне? В общем, Soundwave я не нашел. Посмотрим, что возьму. Может, ничего не возьму. Ну, конечно, хочется что-то взять. Ну, пока буду с вами прощаться, может, спрошу, есть ли у них Soundwave из трансформеров. И посмотрим. О, Dimensions. Да-да-да-да-да-да, Dimensions. У меня нет Dimensions. Майнкрафт. Никакие миленькие. Skylanders. Тут всякая хреновина. Больше. Dimensions. Dimensions. Всякие гитары, всякая акустика, тут всякие игры. Опа, насеньки, Clone Wars. Так, это что такое? PS3. Сорян, у меня только PS4. О, кстати, может тут есть что-то интересное. Давайте посмотрим. Пам-пам-пам. Battlefront, Uncharted. Нет, фигня. Фигня. И тут нету ни Blood... Я не вижу Dark Souls 3. Хотя, я думаю, его дисками тогда и не продают, я в этом не разбираюсь, народ. Ну, нет, там ничего, ни Bloodborne, нифига, поэтому... Поэтому у нас есть R2D2. В принципе, думаю, на этом мы будем заканчивать, народ. Тут больше не на что смотреть. Да, тут уже всякая фигня пошла. Я спрошу, где Soundwave, может быть, он есть, может быть, его нету. Но я с вами прощаюсь. Мы находимся возле Бранденбургских ворот. И вот как они выглядят. Отличная детализация, как вы можете видеть. Даже набор Лего был выпущен по этим вратам. Вот как они выглядят. Достаточно большие, как вы можете видеть. И с очень даже неплохой детализацией. Там у нас всадник есть с голубем. В общем, здорово. Сейчас будем смотреть. Друзья, пришли мы, в общем, к Рейхстагу. Вот он. Тут очень много немецких флагов, вот прям 3 штуки. И вот тут детализация вся его, написано Dem Deutschen Wolke. Колонны, сделан он в принципе так-то интересно. Такой готический стиль, если я не ошибаюсь, да? Ну и там у нас есть какие-то белые здания еще какие-то. В общем, много всего. Ну а это самая интересная часть этого здания. Смотрите, какая каркатица тут продается. Страшная вещь. Не хотел бы я увидеть такую в черном переулке. Также здесь есть рыба-меч. Рыба-меч просто огромна. Их тут аж 2. Их льдом всех посыпают. Выглядит это все, конечно, круто. Тут даже морские ежики есть, или я не знаю, чего это. Огромные рыбы, посмотрите, ну просто. Ну и гамбургеры. Друзья, ну и тут у нас еще есть копченый угорь, а как все знают, угорь рулит, поэтому сейчас мы возьмем угря и затопчем этого угря. Он, как вы можете видеть, достаточно длинный, потому что угри такие, ребята, они крутые, но, к сожалению, они очень вкусные, поэтому я их сейчас съем. Что ж, друзья, теперь давайте взглянем на каталог Лего немецкий. Он не особо отличается от наших, но все равно есть некоторые изменения. Ну, во-первых, тут написано все на немецком, как в принципе это понятно. Сам дизайн ничем не отличается.
кроме как тут, по-моему, он отличается. Ну и посмотрим мы на серии, которые интересуют меня, потому что это, они интересны. Так, тут у нас вроде бы начало, да? Вот. Итак, первое, это у нас фигурки, конструируемые по «Звездным войнам». И тут, что интересно, тут в отличие от наших каталогов, сразу написана цена, которая стоит вот этот вот набор. Что очень здорово, потому что вы сразу можете понимать, сколько кто стоит и в каком диапазоне можете взять набор. У нас такого нету, и я считаю, что это очень большой минус. Потом у нас реклама SGO-1, Hellfire Droid и Kanan Speederbike. Оба набора, а нет, даже Hellfire Droid дешевле, чем вот этот спидербайк. Далее идут такие наборчики. Obi-Wan Jedi Interceptor и остальные. Тут у нас Master Your Force. По-моему, в наших каталогах этого также не было. Наборы, в принципе, не особо отличаются, но самыми интересными факторами являются, опять же, выставление цен. X-Wing, который стоит 90 евро, я не знаю, почему он стоит столько, потому что X-Wing не особо интересен. Другие наборы. Имеется TIE Advanced Prototype. В принципе, они все здесь есть. Клон Turbo Tank. 120 евро. Микрофайтеры. Допустим, битва на катаконде есть. 59 и микрофайтеры. Майнкрафт идет, но Майнкрафт не особо интересный. Я вот так вкратце покажу. Призрачная ниндзяга, которая вроде бы уже не должно быть показана, но оно есть. Кстати, в призрачном ниндзяге не показан город Стикс, что странно. Тут ниндзяга вообще много, 6 страниц где-то. Это самые новые. Вот этот набор Ультрасоник Рейдер. Выходил еще давно, но сейчас его переделали. И тут много вот этих деталей, очень полезных. Посмотрим. Ну и, нет, тут даже 8 страниц ниндзяга. Некса Рыцари, ну их все видели. Тут наборы никакие не показаны. Эксклюзивные какие-то. Вот такое вот есть изображение. И не показан Темный Рыцарь. Есть реклама Леголенда, Hi-Fi, в общем, и показаны некоторые инструкции. В принципе, тут не особо много чего можно посмотреть. Поэтому, я думаю, мы будем завершать. Он у меня упал, черт возьми. И мы тут находимся в ресторане где-то рыбном. Так что все замечательно. Вот такой вот каталог. В принципе, не особо выдающийся, но при этом имеет свои некоторые интересные черты. Вот. Друзья, мы находимся где-то в сладостях. Смотри, сколько тут всяких сладких штучек. Тут, в общем, очень много всего. Миллионы просто вот этих вот маленьких конфеток, которые все можно съесть, а потом у вас будет очень все плохо с сахарным диабетом. Наверное. А может и нет, я не знаю. И там у нас наверх все идет, смотрите. Выглядит это все эпично. Очень эпично. Друзья, знаменитые Джелли Белли. Смотрите, сколько тут Джелли Белли. Тут есть пакетики, тут есть такие пакетики. И ты набираешь разные вкусы Джелли Белли. Это желейные бобы. Бобы рулят, тут даже есть Harry Potter Beans. А, вот это прикольно. Тут можно взять даже. Смотрите, как они выглядят. И интересно. И тут показаны вкусы. Grass. Ну, тут оно будет, понятно, вкусы не очень, конечно, вкусные, но да ладно. Надо взять, это прикольно. Это, смотрим, тут можно набирать их. Тут есть такие штучки. А там, по идее, крутится ерунда, и на кого выпадает такая штука. Ты ее как бы ешь, и тут, как я понимаю, вкусы такие очень невкусные и неблагоприятные. Но это интересно. Упаковочки джелибинсов. И тут очень странные вещи, я не знаю, что это такое, какие-то черные вещи, очень стрёмные, какие-то панкейкс, пэтч кекс, я не знаю, кексы какие-то, видать. Ну и тут еще Джелли Белли разные. В общем, тут очень много сладостей, прям слишком много сладостей. Ну, самые интересные были Джелли Белли. Продолжение. Смотрите, какой классный Death Trooper тут есть. Смотрите, сколько тут Star Wars.
огромное количество всего. Я зашел в очередной магазинчик, и тут я взял журнал Star Wars, и тут есть даже игральные карты по Звездным войнам и DC. Здесь очень много всего, смотрите, как много Star Wars. Лего есть, но Лего не особо так-то отличается, как вы можете видеть. Поэтому тут просто огромное количество, как вы можете видеть. Так что, ой, сам штурмовик. Ждем продолжения. Всем удачи. Друзья, вот тот самый торговый центр, в котором мы только что были, он просто огромен. Он называется КВД, что-то такое. Смотрите, какие тут витрины прикольные. Какая-то кровавая мантия для жены вампира, видать. Вообще тут кучу всего, посмотрите, как это все двигается со всякими шестеренками, с различными вообще функциональными вещами. Это все такое разное, и он просто там огромен. Можете видеть. Тут у нас чувак играет какой-то он. Можем видеть замечательную детализацию. Вот такая вот улица. Можем видеть очень много людей. И тут вот виднеется Лего-шоп, в котором мы были в прошлых видео. Друзья, посмотрите, как красиво. Вообще эпично выглядит. Мы зашли в какой-то обувной магазин, но мне тут делать нечего, поэтому я вам хочу показать, что я взял. Так, берем первый пакетик и смотрим. Тун-дарун-дарун. Первая вещь, которую я взял, это игральные карты DC Comics. Шпиль картам премиум quality. О боже, премиум quality. Будем надеяться, что покрытие у них такое же хорошее, как и у байсикловских карт, хотя бы обычных. Ну, выглядит круто, и там карты реально прикольные, поэтому грех было не взять. Ну и еще я взял в этом КДВ. Вот в этом, в общем, магазине я также взял большой пэк Шпилькартен Star Wars. Это игровые карты по Звездным войнам. Тут даже Дарт Вейдера карта, смотрите, она 3D-шная, светящаяся. Она не 3D-шная, просто голографическая его. И у компания это АС. Да, АС. Жопа. Ну ладно. Они стоили 13 евро, да, достаточно много, но тут 110 карточек, одна глицер-карта, это вот эта с Дартом Вейдером, и еще что-то, и один постер, и тут еще постер. Тут 10 игр, по идее, будут каких-то карточных, ну, посмотрим. Если хотите, сделаю обзор на все эти две вещи. Дальше у нас, следом Star Wars, лимитированное издание Millennium Falcon. Какой-то комикс прикольненький. Millennium Falcon, это всегда круто, так что... Грех было не запикать эту штучку. Ниндзяго. Ниндзяго меня привлекло эксклюзивной Нией. Тут кристаллик идет. И вообще прикольно. Ниндзяго. Masters of Spinjits и сзади Dimensions. Самое интересное, это, наверное, вот это. Лего легенды Китая. Ну, вообще, Чайна. Чима. Чимовский набор. Не фанат Чимы, но, блин, по ней столько всего крутого. Это в одном наборе, посмотрите, идут все вот эти фигурки с стендами. И со второй стороны у нас показаны другие фигурки с разными постройками, которые идут в этом паке, насколько я понимаю, да? Если я понимаю правильно, то все так круто. Если нет, то ну что, все плохо. Давайте попробуем открыть. Я прямо тут открываю в магазине. Я просто хочу удостовериться, что все это так. Давайте еще на паузу поставлю и покажу. Друзья, тяжело было открывать, но я открыл. И тут, по идее, должны быть вот такие вот отдельные комиксы с вот этими всеми вещами. Ну что, прикольно, посмотрим. Народ, Чима мне наврал, а тут идет просто стенд, и идет одна фигурка этого Ленокса. А я уж думал, я получу 4-15 фигурок. О-о-о. Да, подумал, что Лего раскошелилось, но нет, нифига. Ну ладно, вот такие вот покупочки. На самом деле, журналы прикольные, карты прикольные. Все я вам покажу. Ну, а я, наверное, уже пошел куда-то, я не знаю, куда я сейчас пойду. Мы куда-то сейчас пойдем, но, в общем, это круто, это Бэтмен. Что ж, всем удачи, всем, по-моему, я еще это видео продолжу.
Если нет, всем пока. Если я продолжу, то оставайтесь на линии, не переключайтесь. Друзья, в общем, зашли мы опять в какой-то, блин, одежденный магазин. Мне тут нефиг делать. Я решил все распечатал. И вот, собственно, вот эти карты, они достаточно интересные тем фактором, то, что, смотрите, вообще это эпично. Смотрите, как. Берем ее, раскрываем, здесь у нас такой инквизитор. И здесь карты. Кстати, что странно, тут две колоды, да? Вот тут берем этих пацанов. Они одинаковые, то есть прям один в один. Я не знаю зачем. Они сказали, что тут 110 карт. Я немного приофигел. Но, видимо, это для каких-то всех игр, которые вообще существуют. И тут у нас, конечно же, вот Дарт Вейдер. Голографический. Эпичность зашкаливает. Тут еще что-то пишут. В общем, какая-то тут есть акция, видать. В общем, что-то есть. И под этой вот ерундой мы ее поднимаем. Я боюсь тут все сейчас опрокинуть. Здесь постер, он с инквизитором. И это круто на самом деле. Сами карты, их тут много. На каждом изображении персонажа есть. Imperial Scout. В принципе, карты так обычные, но у них картинки с разными персонажами из Star Wars. Рубашку сейчас покажу. Рубашка Rebels-овская. Вот какая. Я боюсь сейчас все эти карты обронить. Тут зап. И на самом деле они не покерного размера, они такие обычные. Но это и не особо так-то важно, потому что покрытия у них нету, насколько я понимаю. Но на ощупь они очень приятные. Тут видите разные персонажи со Звездных войн, Rebels. Вот. Тай Файтеры. Все что угодно. Тут даже Стар Дестройеры есть. Джокеры тут не особо прикольные. В DC картах они поприкольнее. Я сейчас покажу, наверное. Такой Джокер. Да, и это все закрывается. Закрывается, и тут Вейдер такой. Карты по DC Super Heroes. Что, вскрываем? Я их уже вскрывал, понятное дело. Потому что я не мог ждать, я должен был посмотреть на все, на покрытие, на все, как давай влази. Ну, сделаны, понятное дело, они хуже, чем байсиковские. Вообще людей дофига. Но они крутые, на них много классных принтингов. Видите, тут магазин, тут одна одежда, и это ужасно скучно. Поэтому, да, ставьте лайк, если тоже ненавидите такого рода магазины, потому что в них просто нехрен делать. Ну да ладно, смотрим, что у нас есть. Первая карточка — это Джокер. Джокер, понятное дело, с Джокером, ну с кем оно еще может быть. Сзади дизайн у них такой DC Comics Originals, и оригинальные комиксы. Так, смотрим. Колода тут на этот раз не две колоды, а одна, понятное дело. Были еще с Гарри Поттером, но я не фанат Гарри Поттера. Как бы уважаю его, но не фанат. Ну и давайте тут я вам все покажу. И есть. Туз. Все вот эти вот с циферками, они, начиная с двух, идут. Они, как вы можете видеть, они одинаковые, чтобы не запутаться, что разумно. Валет здесь идет Робин. Дама — это женщина-кошка, наверное. Бэтмен — король. Потом идет у нас бубны — это туз. Это с Суперменом у нас тут тематика идет. Так красиво они падают. И потом у нас на валете — это Супергерл. На короле у нас это, как ее, Вандервумен. Потом еще один Джокер. Джокер классный. Рекламная карта. И дама у нас — это танцует Супермен с какой-то чудачкой. Потому что ему больше нечего делать, кроме как это делать. И иногда спасать мир. Ну ладно, и король у них. Потом у нас Трефа. Justice League. Тут у нас Justice League идет. А, черт, оно падает, все. А, уезжает. Все ужасно неудобно делать, но вроде вас снимаю, народ. Ну и плюс мне тут просто делать нечего. Валет — это Аквамен. Дама — это какая-то чудачка, я не знаю, кто это даже. Король — это Флэш. Потом опять Вандервумен. И тут у нас целая серия карточек с сердечками. То бишь с этими, как называется, червы, да? Червы — это Вандервумены все. Я не знаю, почему ей дали такое огромное значение. Червы.
Ну, Wonder Woman, видимо, сильно крутая. Потом тут какая-то баба-тигр, валет, я не знаю, кто это. И король у нас, ой, дама у нас это... Кто это? Египтянская чудачка, я не особо знаю, кто это такая. Сами карты выполнены хорошо, из такого же, наверное, материала. Может быть, чуть-чуть иного, нежели карты со Star Wars. Почему мне все время эти дамы попадаются? Дайте мне Бэтмена. Черт, Бэтмена дайте мне. Сейчас отдавайте Джокера. Джокера. Дайте мне Джокера. Джокер. Ну, Аквамен. Нет, Аквамен тоже не крутой. Черт, мне попадаются не крутые карты. Тоже не попалось. Ладно, в общем, такие вот карты. С рубашкой. Ну, рубашка у них не крутая. Это и карты, чтобы просто поиграть, а не делать разные красивые флориши, трюки. Это просто чтобы были. И они сделаны у нас... Не сказано когда. Ну, а так-то хорошие карты. За 3 евро можно себе позволить. Ну, с ними так-то можно делать всякие трюки разные. Так-то неплохие, в общем, всем советую, кто сможет найти. Встретимся в продолжении, наверное. В общем, друзья, все еще нахожусь в этом магазине. Уже жесть как надоело, но я все еще нахожусь. И, народ, пока я тут нахожусь, решил снять видео. Я уже снял как бы видео дополнительное. С рассказом о вот этом. Шет, оно открылось. В общем, карты DC Comics. Крутые карты. Но сейчас я бы хотел вам рассказать больше о моих планах, о видео, которые будут. Да, тут это много видео будет. Будет много видео. Кстати, распаковал уже. Это у нас Ниндзяго. Такой полибэк. С лимитированным изданием Нини. Прикольная вещь на самом деле. Не знаю, Ниня ли действительно эксклюзивная, или же она просто так написана, чтобы все покупали. Будем надеяться, что это правда, что Лего нас не обмануло. И Миллениум Фалкон. А вот он. Но я не про них хочу рассказать, а про конкурс. Многие задавали вопросы, я сразу сейчас тут хочу рассказать. То, что как же добавлять в избранное, да, чтобы выиграть Звезду Смерти. Ну, кто видел это видео, думаю, знает. Так, давайте это удобно сделаем, я не знаю, чтобы меня видно было. В общем, вот я. Добавлять в избранное, это нужно создать специальный плейлист под названием «В избранное». И нужно еще один плейлист создать под названием «Посмотреть позже». Вы туда добавляете все мои видео за 3 месяца. За 3 месяца, с декабря по февраль. Да, вроде бы декабрь, да, до февраля. И тогда потом я выберу рандомным способом из всех вас, кто будет победителем. Но вы там не халтурьте, я ваш канал буду проверять, так что не думайте, что вы можете быть сныньки пить лайк. Так что, да. Ну и тут больше уже ничего нет, я не знаю. Думаю собрать сокол. Можно собрать сокол. Сейчас, наверное, этим не займусь, так что я просто хотел это сейчас сказать, чтобы не забыть. Я многим там отвечаю они. Но это всем отвечать тяжело. Там людей уже 1500 посмотрело. Так что я думаю, стоило сделать отдельно так. Сказать это в этом видео. Плюс мне так-то делать тут нефиг, поэтому. Ну, сейчас будем собирать сокол тысячелетия. Друзья, скоро обзор на Гандама. На Банши. Это так, просто чтобы вы знали, чего ждать в новых обзорах. Вот на такого замечательного Гандама будет обзор, японская сборная модель, масштаб 1:44, и вообще замечательная вещь, так что ждем. Вот такая вот тут рождественская выставка. Вот это я понимаю, новогодняя елка, народ. Вот это реальная елка.